Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Cómo están? Здравствуйте. С вами Тенгиз и испанский Стенго 365. Сегодня мы с вами пройдем наиболее употребляемые слова в испанском языке. Это артикли. Артиклей в русском языке нет. Поэтому эта тема, кажущаяся на первый взгляд очень простой, сложна. Давайте разберемся с ней от и до. Артикль – это служебное слово, которое стоит перед существительным и указывает на его род, число и падеж. Los artículos, artículo, indefinidos, неопределенные, и definidos, определенные. Артикли соответствуют существительным по роду и числу, género, род, número, число. В испанском языке два рода. Это masculino, мужской род, и femenino, женский род, и два числа, singular, единственное число, и plural, множественное число. А теперь давайте посмотрим, как артикли соответствуют существительным по роду и числу. Неопределенные артикли. Un, una, unos, unas. Определенные. El, la, los, las. Masculino. Femenino. Singular, plural, un hombre, una mujer, unos hombres, unas mujeres, el hombre, la mujer, los hombres. Las mujeres. Если мы в предложении опускаем существительное, неопределенный артикль un меняется на uno. Например, ¿tienes chocolates? Внимание. ¿Me das uno con almendras? ¿У тебя есть шоколадки? Дай мне одну с миндалем. Позиции после предлогов «de», «а», артикль «el» формирует с ними одно слово.
D плюс L – del. A плюс L – al. Mañana voy al teatro. Завтра я иду в театр. ¿De dónde vienes? ¿Откуда ты идешь? Vengo del teatro. Я иду из театра. Но в случаях с именами собственными предлог и артикль не сливаются. Mañana voy a El Salvador. Завтра я еду в Сальвадор. Это город, столица Сальвадора. Regreso de El Salvador la semana que viene. Я возвращаюсь из Сальвадора на следующей неделе.